Ну, продолжаем ликбез. Что такое паспорт животного? Ну, честно говоря, паспорт животного, мне кажется, сам последний идиот в стране знает, что это такое. Хотя бы который, хотя бы косвенно мимо проходил животных. Обложки у них могут совершенно быть разные. Но внутренности, содержание у них у всех одно и то же. Просто многие организации выпускают какие-то свои фирменные паспорта. Я имею в виду обложку. Но внутренности у всех одни и те же. Паспорт чем удобен? То есть он разработан уже годами. Сюда вклеивается бирка чипа. Все бирки вакцинаций. То есть, я говорю, они бывают разные. Бывают, я говорю, обложки совершенно роли. Обложка роли не играет. То есть они могут быть, ну, совершенно разные. Главное, внутренности. То есть они могут быть любые. Поэтому вот так это прививки здесь клеятся. Ну, в общем, я думаю, что кто хотя бы какое-то малейшее представление имеет о животных, ну, кроме тайгана, там не имеет представления о животных. Там за забор люди запихали, не люди, запихали животных, качают из них бабки, не зная даже, что это такое животное. Я говорю, вот они совершенно разные по внешнему виду. Это чип, название и так далее. Прививки, марки. Где у нас тут марки? Вот прививки клеятся. Вот у нас этих паспортов там порядка 200 штук наших. Мы даже заполняем эти паспорта даже на тех, кого мы выпускаем. На всякий случай. На всякий случай. А так вообще это продается в любом магазине для животных. Ну, в нормальном магазине для животных. Стоят они недорого. Поэтому купить их не проблема. В нашей стране это не дефицит, заказывать не нужно. Пойдем немножко дальше. Что такое у нас учет? Учет животных — это очень важная штука, хотя бы потому, что нужно питание, списание питания, лечение. Как каждый человек имеет свой паспорт, да? Животное тоже должно иметь свой паспорт и должно стоять на учете. Центре, вот в нашем центре, да, мы клиника, фактически мы клиника для диких животных, не зоопарк, как его некоторые больные называют, мы клиника. Просто у нас часть животных идет на волю, часть животных остается на постоянное проживание, потому что, к сожалению, они никому не нужны. Те же медведи, лисы, янтовидные собаки, они есть во всех зоопарках. И потом наши медведи, волки, лисы из леса, они, к сожалению, не могут участвовать в размножении, в сохранении, потому что генетика их неизвестна. Это, знаете, как это, бродячая собака, беспородная. Вот так то, что поступает с леса, фактически они беспородные, ими никто не интересуется, я имею с точки зрения нормальных зоопарков, которые наукой занимаются и так далее. Но это не важно. Они живут у нас нормально. Условия у нас замечательные. При поступлении животного заводится карта. Причем на любом, в любом состоянии животное. Заводится амбулаторная карта. Выдумывать ничего не надо. Это обычная карта. Она продается без проблем. Где угодно.
Поэтому там все расписано, графы, там даже есть инструкция, как ее вести, да. Если Тайган купит, например, эти карты, вот здесь написано, как их вести. Не хлорофосом, опарышей на лбу льва, а врачи должны заниматься этим. Ну, ведомо взвешивание животного, я не думаю, что ее есть смысл там покупать. Это можно и в карте отмечать, можно просто на своем бланке на каком-то сделать. То есть здесь особо никаких таких проблем нет в этом, поэтому смело можно заменить этот бланк. Ну, мы покупаем, я говорю, они стоят копейки, это обычно черно-белая офсетная печать. Я говорю, они стоят совершенно мало, поэтому мы предпочитаем все это покупать. Поступило животное, завели карту, лечение. Есть такая книга учета животных. И заносится животное в эту книгу. До определенного момента тут все графы есть, прибыл, убыл. И потом она или идет на волю, либо идет на проживание, где у нас просто содержится животное. В этом тоже ничего сложного нет. Эта форма разработана, межведомственная, государственная форма. После лечения идет вакцинация от бешенства, от всех заболеваний, там их хватает. Есть то, что в паспорт марка клеится, это понятно. А есть такой вот журнал учета. Да? Регистрация, вакцинация животных. Видно? Надеюсь, видно. Все это заносится в журнал. Дальше идет небольшой акт, когда животное поправилось, стационара, из клиники, она переезжает либо на природу, либо в место проживания ее. Да? У нас здесь составляется акт на перевод животного. Это несложная бумажка. Ее заполнить несложно. Уже дальше идет проживание и так далее и тому подобное. И вот для чего нужен учет? Ну понятно, учет нужен для того, что есть животное, оно должно как это существовать и иметь свои данные, быть на учете. Но еще очень главное, что? Кормление, содержание и так далее. То есть на каждое животное, почему нужен учет? На каждое животное есть рацион, который состоит из определенных продуктов. Какие-то продукты закупаются. И чтобы списывать эти продукты по определенным нормам, есть такая ведомость на выдачу кормов. Вот она, ведомость на выдачу кормов. Столько-то лис, столько-то мяса, куры и так далее. Без этого невозможно списать продукты, которые закупили. Да? Ну, по каким нормам? Есть, мы же не можем там купили тонну, списали тонну. Кто ее съел, чего, что. Вот для этого существуют как раз вот эти ведомости, которые списывают те самые продукты. Вот такой еще есть акт выбытия животного и птицы. Это когда мы выпускаем или погибает животное. Да, вот мы подписываем этот акт на выбытие. Я говорю, это все без проблем. Выдается. Журнал павших животных. Регистрация. Это типовой журнал, ничего в нем сложного нет. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Крысы, тараканы, мухи и так далее. Все это обрабатывается. Есть такая форма 10 ветеринарная. Вот журнал учета всех этих мероприятий. Ну, у нас договор, у нас приезжают, это все делают
государственная наведслужба, поэтому нам проще. Но журнал этот существует, его выдумывать ничего не нужно. Государством продуманному все, только выполняй. Даже смотрите, журнал ведения генеральных уборок есть. Я говорю, в этой жизни все продумано за нас. То есть сделали уборку помещения, продезинфицировали, лампы включили, отметили, когда, что, чего. И вот такой есть акт оприходования приплода животных. Для чего это нужно? Родилось животное, его надо поставить ночью. Вот по этому акту он оприходуется и передается в бухгалтерию. Ну, пока он с мамой кормится, продукты на него не списываются, но учет уже на него идет. То есть, когда он подрастает, его просто переводят уже в другое подразделение и уже ставят на довольствие уже вот по той ведомости, которая была. Но это необходимо хотя бы знать, сколько родилось, сколько малышей у тебя есть. Это обязательные акты. Для чего нужен учет? Для того, чтобы не было черного рынка, как Зубковского, чтобы не было прикапывания в соседнем карьере трупов десятками. Вот нужен учет. Почему его нет? Ну, когда нет учета, это значит, все идет через одно место, любимое кем-то. Питание не списывается, закупки не производятся, лечение и так далее. Все, в общем, животными нужно заниматься. Да, если ты даже не любишь животных, но занимаешься ими, их нужно уважать. Особенно коммерсанты, которые на этом живут. Они должны все-таки уважительно относиться к живым существам, этим животным. Поэтому вот эти бумаги, это не все. Их там еще куча, они одни вытекают из других. Это не проблема, они все продаются в интернете. В этом сложного ничего нет. Заказать, купить и везти. Тем более, как наш центр реабилитационный, если там не клиника Сотникова, где до 3 часов ночи очередь с животными сидит. 2 животных, 3, ну, периоды бывают, когда там каждый день кто-то поступает, 1-2. Но это, говорю, не массовое такое поступление, чтобы было тяжело какую-то бумажку заполнить. Поэтому, я говорю, это не массовое лечение животных. Все эти зоопарки, реабилитационные центры, некоммерческие и так далее, легко с этим справляются, поэтому покупайте, закупайте, оформляйте, и у вас порядок во всем будет. И вам легче, и проверяющим легче. Пришли, посмотрели. Все есть, учет есть, все. До встречи.